И не автобус, и не троллейбус. В Перми в тестовом режиме запустили принципиально новый вид городского пассажирского транспорта – электробус. Новинка уже проходит, что называется, боевое крещение. В течение месяца электробусу предстоит потрудиться на различных троллейбусных маршрутах. Пока ходит как пятый. Прокатиться на новом транспорте удалось и нашей съемочной группе. Красный, экологичный, бесшумный. На первый взгляд, новое транспортное средство электробус ничем не отличается от автобуса ни внутри, ни снаружи. Главное отличие скрыто от глаз. Вместо двигателя внутреннего сгорания – электрический. Первыми впечатлениями поделился водитель. Я на троллейбусе работал. Ну, по сравнению с троллейбусом, тут комфортней. Здесь, в принципе, все как в автобусе. Все, вся панель, все управление, подвеска у него плавная, и, то есть на кочке все он как бы меньше ощущает. Ну, а плавность хода, ну, как на троллейбусе, а в основном как автобус. Электробус муниципалитету для тест-драйва предоставил российский производитель. В техпаспорте указано, что без подзарядки машина может двигаться 250 километров. В принципе, этого должно хватить на день работы. Ну а для полной зарядки аккумуляторных батарей необходимо 5 часов. Пассажиры пока всем довольны. Первое впечатление? Ну, хороший. Автобус чистый, аккуратно все. Приветливый кондуктор. Чисто, удобно, комфортно, бесшумно, замечательно. Пускай ходит по нашему маршруту, будет все замечательно. Электробус будут пускать на разные маршруты, чтобы проверить работоспособность по всему городскому рельефу. В Пермгорэлектротрансе заявили, что пока планов по приобретению транспорта у муниципального предприятия нет. Евгения Чернявская, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.